Этим сотрудникам ДПС не страшны фразы «я сейчас позвоню кому надо». Их начальство находится в Первопрестольной. Дорожно-патрульный спецназ ГИБДД России выехал в рейд по регионам страны. Заглянул он и в Чувашию. Добрый вечер. Здравствуйте. Рота ДПС, капитан полиции Алтынов, документы Чувашии. Проверим. Красивые номера здесь не помогут. Тотальная проверка коснулась в первую очередь тех, кого обычно не тормозят. Служебный транспорт подразделений полиции, прокуратуры и следственного комитета. В АллатРе на личном автомобиле попался майор из местного ОВД. В путь он выехал, не взяв документы, а ребенок на заднем сиденье был без специального кресла. А где у вас документы? Сотрудники Центра специального назначения ГИБДД после рейда шутили, что в Чувашии им было скучновато. В сравнении с другими регионами здесь цифры были на порядок скромнее. Например, во Владимирской области было составлено 87 административных материалов, в Нижегородской – 117, в Мордовии – 64, а в нашей республике – только 58. Федералы не исключили вероятности повторного визита. Такая практика оказалась полезной.